Мы договорились, что надо создать мощный организационный комитет, который будет заниматься подготовкой Всебелорусского народного собрания. В связи с этим на мое имя был внесен нормативно-правовой акт о подготовке 6-го Всебелорусского народного собрания и создании этого организационного комитета. Прежде чем подписать этот документ, я хотел бы обсудить с вами некоторые аспекты предстоящего важнейшего политического мероприятия. Как я уже говорил, Всебелорусское собрание – особая форма народовластия в нашей стране. Всебелорусское народное собрание – первый наш съезд, он когда-то спас страну. И эту норму надо сделать конституционной. Пятилетка впереди, надо определить, как мы будем жить. Жизнь идет, страна работает, развивается. В этом году мы собрали, как никогда, Владимир Павлович, по-моему, неплохой урожай. Около 10,5 миллионов только по зерну. Всех видов. Молодцы, это очень хороший уровень. Вот мы на него взобрались, надо держаться на этом уровне. Несмотря на всякие предъявляемые нам со стороны наших тут, прежде всего, соседей ультиматумы, в спокойном ритме работают предприятия, транспорт и торговля. Хотя это дается непросто. Люди трудятся, живут и требуют безопасной жизни. Наконец-то люди, особенно в Минске, оценили, что они могут потерять. А мы хотим так, как было до выборов, так и будет. Мы обязаны вот это требование народа обеспечить всеми возможными, доступными по закону средствами. При принятии судьбоносных для страны решений мы всегда советовались с людьми. Говорил не единожды, еще раз хочу повторить, все будет так, и Конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова, это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием заниматься, мы не будем чего-то создавать под себя, нет. Люди решат, так и будет. Хорошо, что мы об этом говорим, специалисты, парламентарии, депутаты и сенаторы. Это хорошо, но это наверху. И чем ниже мы опустим обсуждение этих вопросов до трудовых, допустим, коллективов, тем яснее и понятно будет людям, с какими мы вопросами к ним придем, в том числе и на референдум по Конституции. То есть таким образом мы вовлекаем в обсуждение животрепещущих вопросов большую часть нашего общества. Вот в чем смысл этих диалоговых площадок. И слава Богу, я уже боюсь тут оценки по качеству давать, но по всей стране они идут, люди разговаривают, люди обсуждают. На собрании нам предстоит честно, беспристрастно подвести итоги нашего развития за 5 лет. Важно найти и выявить причины, почему не все, что мы планировали, достигнуто. Поэтому ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных, реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост. Особое внимание необходимо уделить вопросу избрания делегатов собрания. Руководителям местных органов власти нужно очень внимательно подойти к этому вопросу, и не только местных органов власти, но и всем нам. Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, всех социальных профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней. Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы человека. Не страшно, если будут разные мнения, это даже очень хорошо. Если мы проведем съезд, и там не прозвучат разные мнения, считайте, что мы его провалили. Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди говорят, открыто обсуждают, примем решение и будем по ним жить.